Чувашская спортсменка Лана Прусакова завтра стартует на чемпионате мира по фристайлу, который будет проходить в испанской Сьерра-Неваде. Лана выступит в самой молодой дисциплине фристайла – слоупстайле. Тренер сборной команды России ожидает от нашей спортсменки достойный результат. Она восстановилась от травмы и в Испании сможет пройти тренировки на больших трамплинах. Всего в слоупстайле выступят 3 представителя России. Напомню, Лана Прусакова – чемпионка России и победительница юношеских Олимпийских игр.